Польше прошли крупнейшие танковые учения, в которых были задействованы более 10 тысяч военных и свыше 30 единиц боевой техники. Об этом пишет Лента.ру. В Твиттере опубликовали видео маневров с участием американских «Брэдли» и «Абрамс», польских танков «Леопард», ПТ-91 «Тварды», а также советской гусечной боевой машины пехоты БМП-1. Они имитировали сражения. Помимо США, гостями мероприятия стали Румыния, Хорватия и Великобритания.